Мне наконец вчера поставили брекеты на нижнюю челюсть. И так как зубы стали соприкасаться с брекетом на нижней челюсти, мне поставили еще и надкусочные пломбы, которые не позволяют смыкаться челюстям плотно. И я не могу пережевывать пищу. Я задался вопросом, что же есть. Оказалось, все просто. Нужно перемалывать все в блендере. Все очень вкусно. По сути, это тот же самый салат, просто он очень сильно взбитый. То же самое можно делать и с супами. Супы вообще классные получаются. Это, по сути, муссовый суп, суп-пюре. Вот и подружился я с миксером на долгое время. По крайней мере, пока у меня нижний брекет перестанет бить, а верхний зуб. Ну, то есть, такое испытание предстоит, похоже, практически всем, кто ставит брекет. Поэтому смотрите, думайте. Я не думаю, конечно, что кто-то изменит свое желание поставить брекеты там. Но, может быть, просто подготовит морально к таким вещам. В принципе, как бы это не сильно сложно, долго, но любой прием пищи, не знаю, по крайней мере, вот сейчас, он должен быть в перемолотом виде. Иначе я просто банально сотру зуб о брекет-систему. Ладно, приятного аппетита!